Произошедшая в 1917 году в России большевистская революция закрыла одну из самых величественных страниц еврейской истории. Евреи России уже никогда не смогут стать теми, кем они были прежде. Еврейство России с его неистощимой энергией и горячим сердцем, гордость всего еврейского народа, изменилось неузнаваемо. В этой стране жили такие гении, как Виленский Гаон и Раби Ицхак Эльханан. В этой стране находились такие центры изучения Торы, как Ешивы Воложина и Слободки. В этой стране сионизм Герцля пустил живые корни и дал таких лидеров, как Жаботинский и Усышкин. В этой стране в еврейских массах было столько красоты и добра, столько внутренней силы и убежденности в своей правоте, что, будучи жестоко притесняемы, они лишь еще крепче держались за свою веру. В этой стране евреи видели еврейские сны, жили еврейской жизнью и умирали еврейской смертью. В этой стране отцы несли своих трехлетних сыновей, закутанных в талисы, в хедер, чтобы там маленькие евреи начинали изучать алеф-бейс и готовиться принять на себя ярмо Царства Небесного. В этой стране бедность не покидала евреев, но молитвы их были так искренни и сильны, что достигали трона, проходя сквозь заслон, разделяющий Всевышнего и его страдающих детей. Все это было уничтожено в 1917 году. На развалинах той страны возникло царство Маркса, феодальная держава Ленина. Коммунизм покорил Россию, и евреи очень быстро поняли, что это означает. Прежде всего была уничтожена еврейская религия. Коммунизм не собирался терпеть соперников в борьбе за души тех, кем он вознамерился править. С беспримерным, поистине фанатичным рвением служители новой религии искореняли еврейскую веру. Их лучшим помощником была евсекция, еврейская секция большевистской партии. Увы, в этом не было ничего нового. Испокон веков не было больших антисемитов и ненавистников всего еврейского, чем евреи-вероотступники, предатели собственного народа. Евреи-коммунисты в большевистской России с чудовищной энергией искореняли веру своих отцов и дедов. Раввины и учителя были арестованы и сосланы в Сибирь, школы закрыты, а синагоги превращены в клубы. Было запрещено печатать религиозную литературу, Библию, Талмуд, книги великих законоучителей. Те, у кого сохранились молитвенники, берегли их, как драгоценные камни. Религиозные календари больше не издавались, и стало очень непросто узнать, когда наступают праздники. Религиозных школ не стало, а частное обучение законам еврейской веры было запрещено, и иудаизм в России начал свой путь к гибели. Раввины старились и умирали, а в государственных школах еврейских детей учили, что вера их отцов – всего лишь вредный пережиток темного прошлого. Дети росли, ничего не зная о великой истории своего народа. Стена непонимания росла между родителями и детьми. Древние традиции и обычаи варварски осмеивались и искоренялись. Праздники оказались вдруг орудием буржуазного национализма, призванным охранять дух еврейской обособленности. Было объявлено,
что они мешают производству и нарушают рабочую дисциплину, ведь евреи не работают в дни своих праздников. Особой атаке подвергся Песах, опасный националистический праздник, когда евреи говорят «в следующем году в Иерусалиме». Одна из важнейших заповедей еврейской религии – обрезание – была объявлена варварским ритуалом, калечащим тело ребенка, а бар-мицва – празднование совершеннолетия – духовным уродованием подростка. Еврей, который посещал синагогу, оказывался выброшенным за борт советской системы и подвергался жестоким преследованиям. С болью в сердце смотрели родители на детей, лишенных духовного наследия, оторванных от своего народа, детей, которые стали жертвой чужим богам, о чем сказано в Торе: «Сыны твои и дочери твои будут отданы другому народу, и глаза твои будут высматривать их в мучительном ожидании целыми днями, и ничего не сможешь ты поделать». Дворим 28:32. Яркое описание трагедии советского еврейства дал пишущий на идише еврейский журналист Шломо бен Исраэль, который несколько лет назад посетил Советский Союз и рассказал о том, что видел. «Многие старики продолжают держаться за свою веру с силой, не поддающейся никакому объяснению. Однажды я услышал в одной синагоге дрожащий голос позади себя: «Рэб Ид, не оборачивайтесь, пожалуйста, смотрите к себе в сидур и делайте вид, что вы ничего не слышите. Мне надо рассказать вам что-то». Краем глаза я увидел лицо пожилого человека, почти скрытое талисом, окутывавшим его голову. Дрожащим от слез голосом он начал рассказывать о том, как потерял всю семью, жену, детей, всех близких, кроме одного сына, у которого был уже свой сын, Володя. Пока Володеньке не исполнилось 7 лет, дедушка брал его с собой в синагогу. Когда он пошел в школу, учительница строго-настрого запретила школьникам посещать церковь или синагогу. Но Володенька так любил деда, что, несмотря на запрет, продолжал ходить с ним в синагогу, пока один ученик не донес на него. Учительница публично отчитала его перед всем классом, сделав суровое предупреждение. С тех пор Володенька не осмеливался ходить в синагогу. Прошло несколько лет. Около полугода назад 8 хулиганов напали на Володеньку и жестоко избили его. При этом они кричали: «Бей жида!» С тех пор мальчик всего боится. Он просит дедушку объяснить, почему он еврей и почему все так ненавидят его за это. Старик хотел обучить мальчика еврейской истории, ивриту, Торе, но отец не разрешил, боясь, что его выгонят с работы. «Скоро Володеньке исполнится 13 лет», — продолжал старик. «Володенька», — сказал я ему, — «я сделаю для тебя все, что ты только захочешь. Только пойдем со мной в синагогу». Но Володенька не хочет идти. Старик позади меня плакал. И вдруг он обратился ко мне. «Прошу вас, дорогой друг», — шептал он, — «когда вы вернетесь в свободный мир, не оставайтесь безучастным. Расскажите об этом людям. Сделайте все, что в ваших силах. Переверните мир, но помогите нам. Помогите мне. Сделайте что-нибудь, чтобы мой Володенька остался евреем». Конец цитаты. Кто же заставил мир прислушаться к плачу того старого русского еврея? Кто перевернул мир, чтобы помочь Володеньке остаться евреем?
Конечно, не американские евреи. А сколько было возможностей, сколько было удобных случаев заставить советских правителей отпустить евреев. Их можно было заставить, когда им нужны были западные инженеры и техники в 20-е годы, когда они стремились получить признание Рузвельта в 30-е годы, когда они отправили в заграничное турне членов своего еврейского антифашистского комитета, чтобы те уговорили Запад открыть второй фронт. Предпринимались ли хоть малейшие попытки воспользоваться этими случаями? Кто-нибудь требовал от русских расплачиваться за помощь Запада советскими евреями? Быть может, кто-нибудь вспомнит хоть одну демонстрацию в защиту советских евреев, начиная с 17-го года и вплоть до 60-х годов. Посмотрим правде в глаза. На протяжении почти полувека евреи США не провели ни одной акции протеста против угнетения их братьев в Советском Союзе. А ведь мы знали о том, что происходит. Мы знали, что истребляется не только еврейская культура, но и все еврейское вообще. Другие народы СССР тоже испытывают национальный гнет, их тоже угнетают, но они, по крайней мере, живут на родной земле, могут обучать своих детей на родном языке, изучать свою культуру и историю. Евреям отказано было во всем этом. То, что позволено другим меньшинствам, евреям запрещено. Еще Ленин объявил, что евреи не являются нацией. У них нет своей территории, своего языка, своего крестьянства. А раз так, то они не являются нацией и должны ассимилироваться. Так заявил Ленин. Сталин, его наследник, объявил, что евреи могут считаться народом лишь формально. По мнению советских вождей, евреев всего мира не связывает многовековая история и многовековые страдания. У них нет общего языка, иврита, а у европейских евреев идиша. Было объявлено, что евреи не народ, и потому обязаны ассимилироваться. А поскольку они не народ, значит и своей религии у них быть не может. Советским евреям был оставлен один выход – исчезнуть. Мы знали обо всем этом и молчали. Наше молчание позволило Гитлеру уничтожить миллионы еврейских жизней. Из-за нашего бездействия у миллионов советских евреев отняли их еврейские души. Если бы завтра ворота Советского Союза раскрылись и любому еврею было позволено покинуть эту страну, нет сомнения, что большинство предпочло бы остаться. Каждый такой еврей, каждый Володенька, порвавший последние связи со своим народом, на нашей совести. В том, что есть сегодня такие евреи, наша вина. Своим полувековым молчанием мы дали советским властям возможность 50 лет подавлять, угнетать, ассимилировать евреев России, убивать душу российского еврейства. Наши лидеры будут утверждать, что они вели секретные переговоры. Может быть. Но даже если это и правда, у лидеров этих не было ни понимания важности вопроса, ни необходимого упорства, а поэтому переговоры эти были обречены на провал. Еврейские организации направляли послания в Госдепартамент и время от времени посылали делегации в Белый дом. Эта «борьба» в кавычках не имела ни малейших шансов на успех. А не добившись успеха, наши лидеры прекратили вообще что-либо делать. «Бунтари» в кавычках
требовавшие применить другие способы борьбы, нашлись среди молодежи, но им связывали руки извечным: «Не поднимайте шум, вы сделаете только хуже». И в том, что протесты, уличные демонстрации, активные действия все же начались, заслуга не еврейского истеблишмента, но тех молодых евреев, которые сумели положить конец порочной политике молчания и замалчивания. Эти молодые люди немедленно подверглись нападкам со стороны еврейского истеблишмента, но очень быстро доказали, что только те действия, которые они предприняли, в состоянии привлечь внимание мирового общественного мнения к положению советского еврейства. Советским евреям угрожает смертельная опасность, и на протяжении последних десятилетий у нас была возможность решительными действиями обратить внимание мира на эту опасность. После смерти грузинского диктатора в 1953 году советские правители стали весьма чувствительны к реакции Запада на их политику. Это были годы упущенных возможностей, и кто знает, что принесет нам завтрашний день. Занятые своими собственными проблемами, столь ничтожными по сравнению с проблемами русских евреев, мы склонны забывать о последних годах правления Сталина, о тех кошмарных годах, когда каленым железом вытравливались в России последние ростки еврейской культуры, когда над советским еврейством нависла угроза физического уничтожения. Мы забываем о деле врачей, о еврейских космополитах, о том, что уже составлены были списки, по которым евреев должны были выслать в Сибирь. В те годы люди боялись отдаляться от дома, в их отсутствие могли забрать членов семьи. В те годы у многих евреев лежал наготове мешок с необходимыми вещами на тот случай, если в дверь постучат. Всевышний был милостив к советским евреям, и Сталин умер, не успев осуществить свои планы. Но что будет завтра? Захочет ли, а главное, сможет ли западный мир оказывать давление на Советский Союз с тем, чтобы не допустить возрождения сталинизма? Запад больше обеспокоен защитой своих достижений, нежели заботой о правах человека в коммунистических странах. Его неспособность и нежелание сражаться за свободу стали сегодня фактом. Эпидемия пацифизма на Западе, его готовность к уступкам и компромиссам означают, что возрастает угроза самому существованию советских евреев. С другой стороны, сегодня в Советском Союзе на наших глазах происходит чудо. 25 веков назад Всевышний показал пророку Йехескелю широкую долину, наполненную иссохшими костями, и сказал ему: «Кости эти – весь дом Израиля». И прозвучал вопрос: «А живут ли эти кости?» Мы видели ответ на этот вопрос. Иссушенные кости русского еврейства, молодые советские евреи оживают, разрушая логику своих кремлевских угнетателей. Лишенные всякой возможности узнать о религиозном наследии своего народа, они приходят в московскую синагогу, чтобы плясать в праздник Симхат Тора, праздник радости Торы. В большинстве своем они не понимают слов, которые поют. Они только знают, что это слова еврейской песни и что это прекрасно. И им достаточно этого. Их ограбили. У них отняли возможность изучать свою историю и национальную культуру. Сегодня они требуют, чтобы им позволили выехать в страну, которую кремлевские вожди называют российской, фашистской, агрессивной,
После десятилетий духовного геноцида они кричат сегодня в лицо своим угнетателям: «Россия, отпусти народ наш!» Кремлевские вожди вынуждены кое о чем призадуматься при виде десятков тысяч молодых евреев, танцующих еврейские танцы и бесстрашно провозглашающих: «Да здравствует Израиль!» Кое-какие мысли зарождаются и в головах рядовых советских граждан, не евреев, когда перед их глазами евреи открыто выражают свое восхищение фашистским в кавычках государством, чьи летчики сбивают советские самолеты, в которых сидят советские летчики, потому что еврейские летчики лучше русских. Это положение не может продолжаться до бесконечности. Какие мысли вертятся в головах советских правителей при виде молодого еврея, который приходит в Авир и просит разрешить ему уехать в Израиль? Он объявляет, что у него есть тетя в Хайфе, и без этой тети он жить не может, хотя всем ясно, что у него и в Москве есть тетя, а может быть даже папа с мамой. И на самом деле все, чего он хочет, это быть свободным человеком на родной земле, быть евреем и воссоединиться со своим народом. Как долго будут советские правители терпеть подобное положение? Где гарантия, что русские, известные своей жестокостью и с трудом сдерживающие глубокую ненависть к евреям только потому, что им надо респектабельно выглядеть в глазах общественного мнения на Западе? Где гарантия, что они не начнут в один прекрасный момент кровавую расправу над советскими евреями? Кто может поручиться, что советским евреям не грозит катастрофа? Увы, такая угроза существует. И именно поэтому, потому что у нас нет времени, мы не можем позволить себе роскошь созывать международные конференции, на которые будут слетаться сотни еврейских лидеров со всего света, тратя на это тысячи долларов, с тем, чтобы посидеть 3 дня в удобных креслах и выразить свою солидарность с советским еврейством. У нас нет времени для подобного рода праздного времяпровождения. Мы должны всерьез задуматься о положении советских евреев. Мы должны почувствовать ту боль и то отчаяние, которые чувствуют они. Нам надо понять, к чему обязывает нас Ахават Исраэль. Наша обязанность – предпринять из ряда вон выходящие меры. У еврейских лидеров есть еще возможность наверстать упущенное в деле спасения советского еврейства, то, что им уже никогда не удастся сделать для тех 6 миллионов. У нас нет времени. Мы обязаны кричать на каждом углу, на каждом перекрестке о том, что наши братья в России в беде. Мы обязаны оглушить этим криком всех, и тех, кто хочет слушать, и тех, кто не хочет. Время не ждет. Катастрофа может начаться завтра. Но мы все еще беспомощны и жалки, и мы все еще позорно молчим. И поэтому мы снова должны задать себе этот вопрос. Почему? Почему мы молчали, когда Гитлер сжигал наших братьев и сестер? Почему мы молчали, когда кремлевские убийцы затягивали петлю на душе советского еврейства? И почему мы молчим сейчас, когда нашим братьям в России угрожает смертельная опасность? Почему замалчивается катастрофическое положение еврейских узников в жутких тюрьмах арабских стран? В чем причина этого гробового молчания? Мы должны получить ответ.